Я полностью доверяю своим сыновьям. Однако, после последних событий я понял, что уделял им мало внимания. Пусть ваша душа будет спокойна. Шахзаде, каждый из них очень достойные люди. Даже если иногда они огорчают вас, то это точно не из дурных побуждений. Верно. Но лучше я буду за ними присматривать, чтобы избежать повторения последних событий. Я прошу прощения за свое любопытство, но что я должен буду сделать? Шахзаде, как ты знаешь, все сейчас в санджаках. Тебе нужно поехать туда и втайне от них провести для меня расследование. Слушай то, что говорит народ. Шахзаде не должны выходить из моей тени. Разузнай подробнее об их планах. Познакомься лучше с их наставниками. Шахзаде должны быть в надежных и мудрых руках, верно? Как прикажете, повелитель. Я немедленно отправляюсь в путь. На эту миссию тебе выделено 100 тысяч акче. Насух, не проявляй никому жалости. Расскажи мне все. И о хорошем, и о плохом я должен все от тебя узнать. Будешь моими ушами и глазами в санджаках. Повелитель, согласно вашему приказу, я тайно посетил каждого шахзаде. Как поживают сыновья? Все хорошо. Все в добром здравии и выполняют свои обязанности. Поскольку я только что приехал, у меня еще не было возможности подготовить подробный отчет для вас. Потом его представишь. Расскажи все, что видел и слышал. Все как было. Для начала расскажи про Мустафу. Амасия процветает при нем. Как живет народ? Мустафой подданные довольны? Жители Амасии считают, что им очень повезло с Мустафой, повелитель. Своими делами он завоевал их сердца. Как можно быть хорошим для всех, Насух? Неужели никто на него не жалуется? Жалуются. Нашлись некоторые торговцы на базаре, которые пожаловались на политику, которую проводит ваш сын. Но это ваша политика, она не всегда подходит их торговым интересам. Еще? Еще? Махидевран Султан занимается благотворительными делами. Она создает вакф. Будет помогать всем нуждающимся людям деньгами и продовольствием. Аллах поможет ей. Только почему мне не сообщили о создании вакфа? Он пока только в ее планах, повелитель. Но он будет работать в соответствии со всеми нашими традициями. Как и во всем, излишние похвалы могут быть губительны, Насух. Иншаллах, эта любовь народа не заставит моего сына возгордиться. Мустафа не должен повторить ошибок, которые уже совершил в прошлом. Шахзаде извлек урок из последних событий. Иншаллах. Дочь Хайреддина Паши Михриниса Хатун была особой спутницей Мустафы. Она все еще при нем? Нет, повелитель. В Амасии ее нет. Шахзаде, как вы пожелали, Михринису Хатун отослал домой. Хорошо, добрая весть. Шахзаде должен внимательнее относиться к окружению. Баязет как? В Китахе тоже все хорошо. Шахзаде Баязет почти не бывает во дворце. Постоянно находится среди народа. Интересуется его проблемами. Но риску он себя не подвергает. Это меня тоже в нем беспокоит, повелитель. Я не могу сказать, что он соблюдает всю осторожность, но... Хорошо, хоть Лала Мустафа, словно тень, следует за ним. Он делает все для его безопасности. Баязет словно бурная горная река Матракчи. Как только, не дай Аллах, пойдет дождь, он затопит все вокруг. Его нужно направить в нужное русло и как можно скорее. Со временем у нас это получится, и он проявит себя достойным шахзаде. Иншаллах. А в Манисе что сейчас происходит? Селим здоров? Как только он прибыл в Манису, он занялся проблемами ваших подданных, повелитель. Уладил проблему с водой, которая давно беспокоила город.
И как именно? Он приказал провести в город воду, открыв каналы в двух различных местах. Поскольку это оказалось очень затратным, то его совет выступил против. Однако Шахзаде пожелал, чтобы часть расходов была покрыта из денег, выделенных на его личное содержание. Славно. Гарем его процветает? Я слышал, что его фаворитка Нурбану Хатун жена. Да, я знаю. Хюрем сообщил. Будем надеяться, ребенок разовьет в нем чувство ответственности. В еде и напитках он воздержан? К сожалению, повелитель, Шахзаде так и не избавился от некоторых дурных привычек, которые преследовали его ранее. Говорят, вино в его дворце льется бурной рекой. Ясно. Если это все, можешь идти. Повелитель, есть еще кое-что. Шахзаде Селим, когда посещал базар, оказался замешан в одно происшествие. Был убит мужчина. Его жена подала жалобу на Шахзаде Кадию этого города. Однако дело было закрыто без разбирательства. Что там произошло? Шахзаде был по обычаю переодет, поэтому торговец не признал его. Он сказал, что... Я прошу прощения, государь. Он сказал, что ваш сын пьяница и сластолюбец. И как же дело было закрыто? Говорят, жена торговца отозвала свою жалобу, а свидетели замолчали. Как говорят в народе, повелитель, историю замяли. Сулейман? Ты слышала, что Селим сделал? Что-то случилось? Разгуливая переодетым по базару, он стал причиной смерти человека. Что еще хуже, он пытался замять это дело. Ты в этом уверен? Кадию подали жалобу. Но странным образом жалоба была отозвана, а свидетелям угрожали. Я не знаю, как возможно такое. Селим не может никого обидеть просто так. Селим? Его назвали пьяницей. Еще назвали сластолюбцем. Как так? Разве так Шахзаде должны называть? Никто не может на моего сына клеветать. Хюрем. Да, он не ангел. Однако, он не заслуживает подобных грязных обвинений. Он уже давно держится вдали от вина. Я лично обеспечила порядок в его гареме. Скоро он станет отцом. И все же то, что он натворил, ни в коем случае невозможно принять. Если мои собственные дети не соблюдают справедливость... Как я могу ждать соблюдения законов от своих подданных, скажи? Как я буду смотреть в лицо Всевышнего в день суда? Что обо мне будет думать мой народ? Шахзаде, разумеется, совершают ошибки, Сулейман. Каждому из них нужно внимание и твоя забота. Селим несет на себе большую ответственность. Он недостаточно опытен. Мустафа и тот совершает ошибки и глупости, Сулейман. Несмотря на его возраст и опыт. За каждую ошибку платить надо, Хюрем. Даже если ее совершил мой сын, я сделаю то, что должен. Никто не может бросать тень на мою династию. Повелитель. Ты понимаешь, что ты делаешь? Отвечай! Где был твой разум, когда ты покинул свой санджак и без моего разрешения приехал в столицу? Государь, у меня для вас есть только один ответ. Это любовь.
Любовь Куриджихана слепила меня. Твое оправдание хуже проступка. Ты не понимаешь, чем все это тебе грозит? Куриджихан немедленно вернется к Бейхан. А ты поедешь в Кютахью и соберешь свои вещи. Я отошлю тебя в самый дальний санжак. Может, тогда ты наберешься ума? Государь, определите другое наказание. В Кютахье я хотя бы могу помечтать. Не отнимайте у меня мечту. Замолчи! Ты набрался наглости спорить со мной и указывать, как я должен поступить? Вон, чтоб глаза мои тебя не видели! Повелитель, пришла Хуриджихан Султан. Впусти. Повелитель, простите, что беспокою вас, но... Если ты пришла говорить об Эйзете, то не трать попусту слов. Мы с сыном сами во всем разберемся, а ты держись в стороне. Я пришла по другому вопросу. Эта тетрадь вам знакома? Не может быть. Это дневник моего покойного отца. Того, кто когда-то был вашим соратником. Другом. Того Ибрагима Паши, которого вы называли братом. Вы подарили ему эту тетрадь. Я знаю, что произошло той ночью в комнате по соседству с вашей. И мне говорили, что это вы отдали приказ о казни. Но я не верила в это. И не поверю. Я прочитала этот дневник и убедилась, что это не так. Пусть он останется у вас, потому что каждая его строка посвящена вам. Я не знаю, что вы решите относительно судьбы Бейзета. Ну, можете не сомневаться. Шехзаде ради вас свою жизнь отдаст. Принимая решение, помните об этом. Когда я ступал на этот путь, рядом было много друзей. Однако с годами их становилось все меньше. И мало кто остался. Одним из них был ты, Насух. Вы очень великодушны, повелитель. Знаешь, почему я тону в море печали?
В чем главная причина моего разлада с друзьями, знаешь, Насух? Я жду верности, но не получаю ее. Представь, мне приходится давать особое поручение страже, чтобы знать обо всем. Обо всем, что происходит в моем собственном дворце. Как жаль. Вот и тебе я доверил важное поручение. Просил, чтобы ты был беспристрастным. Однако ты постарался скрыть от меня правду об Айзете. Встал на его сторону. Вместо того, чтобы проявить верность мне, ты предпочел бы Айзета. Повелитель, я не думал, что все это примет такой оборот. А правду о Мустафе ты тоже от меня скрываешь? Так ли мы должны были расстаться, Насух? Открой мне свою душу, расскажи, что тревожит. Я хочу знать, что тебя беспокоит. Расскажи, и тебе станет легче. Ты же знаешь, я всегда готова поддержать тебя. Я думаю о своих сыновьях. О Мустафе, Селиме и Байзете. Они совершают такие ошибки. Я уже думаю, что это не их вина, а моя.
если сказанное мною слово, принятое мною решение, одного из них радует, то другому обязательно приносит печаль. Ты не можешь угодить сразу всем, Сулейман. Я уверена, что со временем они все поймут. Они увидят, все, что ты делал только для них. Ты так думаешь? Ты же знаешь притчу про Мусу и Хидра? Замечательная притча. Когда ты будешь чем-то расстроен, не зная, как поступить, вспоминай ее. Сразу станет легче. Тогда сегодня расскажи мне ее сама. Я хочу послушать, как рассказываешь эту притчу ты. Как-то раз Муса и Хидр вместе решили выйти в открытое море. Владельцы лодки не взяли с Мусы и Хидра ни гроша. И тогда Хидр попросил Мусу запастись терпением и не задавать вопросов. Однако посреди пути вдруг прилетел воробей, сел на борт лодки и стал пить воду из моря. Хидр начал выламывать доски из дна лодки. Муса удивился и спросил: «Неужели ты так хочешь отплатить тем, кто дал нам лодку?» А Хидр ему сказал, что он должен примириться с этим. Наконец они вышли на берег и встретили там мальчика. Хидр убил мальчика. А Муса не выдержал и стал обвинять Хидра в убийстве невинной души. Тогда Хидр сказал: «Я знал, что ты не сможешь со мной примириться». Они продолжили путь и увидели стену, которая должна была вот-вот рухнуть. Тогда Хидр стал чинить стену. А Муса ему сказал, что он занимается бесполезным делом. Хидр посмотрел на Мусу и ответил, что чтобы он мог примириться, их пути теперь должны разойтись. А потом объяснил: «Я хотел, чтобы лодка выглядела старой, ибо на берегу есть подлый правитель, который силой отнимает хорошие лодки. Я убил мальчика, потому что, когда он вырастет, он будет мучить своих родителей и выгонит их на улицу. Что же касается стены, то она принадлежит двум сиротам. Когда они вырастут, то найдут закопанный под ней клад. А до этого дня стена не должна разрушаться». И тогда Муса все понял. В любом добре есть зло, и в любом зле есть добро. Любое благо приносит печаль, и любая печаль обернется благом. Ничто не является таким, каким кажется. Сулейман, не жди, что дети осознают смысл твоих решений. Ты должен поступать так, как ты считаешь правильным. Хюра, смерть Хайреддина Паши заставила меня задуматься о собственной смерти. Однако твои слова, твои искрящиеся глаза заставили меня забыть о печальных мыслях. В этом мире я доверяю только тебе, Хюррем.